Красотища! Привет, ребята! Я нахожусь в Египте. Зима в России уже наступила. А здесь солнышко, песок. Можно нырять с маской и смотреть на красивых разноцветных рыбок. С этого пирса можно заходить далеко-далеко в море и рассматривать цветных рыбок. Они в кораллах играют в прятки. Да-да, вы не поверите. Цвет рыбок и не передашь. Голубые, зеленые, перламутровые, полосатые. Я познакомилась с настоящим верблюдом и зовут его Оскар. Привет, Оскар. Можно ты меня покатаешь? Ой, Оскар, нет, здесь меня совершенно не нужно. Оскар, какой ты красивый. Я сейчас на тебе покатаюсь. Ребята, а вам приходилось кататься на верблюдах? Здорово прокатилась. Спасибо, Оскар. Пока. До следующей встречи. Посмотрите, какая красивая гостиница, где я живу. Домики такие необычные. Типичные арабские страны. Посмотрите, как здорово, красиво. А здесь бассейн, в котором я купаюсь. А это фойе гостиницы, где я остановилась. Посмотрите, какая красивая люстра. А это композиция из живых цветов. Посмотрите, какие красивые лилии. Эти розы. Обожаю розы. Какие они красивые. Я сейчас на таком крутом судне буду путешествовать по Красному морю. Посмотрите, кругом пустыня и горы. А это открытое Красное море. Вода должна быть прозрачная. И мы будем с вами смотреть на диковинных рыбок. Посмотрите, какая прозрачная вода. Какого цвета вода? Вы представляете, мне даже разрешили порулить. Стиль кабину не разрешили пощелкать всеми клавишами и покрутить штурвал. Thank you.
звучит, как здорово! После путешествия на батискафе благополучно возвращаемся в нашу гостиницу. День прошел весь подобно. У нас сегодня была такая замечательная экскурсия. И гидом на нашей экскурсии был замечательный гид, которого зовут Хусам. А сейчас я в знак благодарности нашего гида Хусама поцелую в щечку. Можно, Хусам? Большое спасибо. Пока, ребята. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал «Бабушкины сказки», чтобы не пропустить следующие серии. Сам пока. Сам пока. Всем пока. Приезжайте еще раз.